Ну а в музее кукол наглядный рассказ о клоунском искусстве. Более 1000 веселых и грустных образов, которые можно примерить на себя и оценить в кривом зеркале. Ольга Тонконогова о роли клоуна в современном обществе. Это клоуны, которые родились в листве деревьев. Сейчас покажу, каких клоунов можно сделать дома. Эти клоуны сделаны из обычной скорлупычной, и на нее налеплено 4 слоя папье-маше. Папье-маше – это бумага с крахмалом. И вот у нас получаются вот такие маленькие игровые клоуны, с которыми мы можем играть дома. Потому что я считаю, что в каждой семье должен быть свой маленький домашний театр. Художник-кукольник Марина Орлова может создать яркий образ из любого материала. Еще вчера эта пчела китайского производства продавалась в магазине, а сегодня стала авторской работой. В преображении участвовали маска из папье-маше, акриловые краски и простая вага – деревянная крестовина для управления марионеткой. А вот этот орликин, другой герой экспозиции, появился на свет 30 лет назад. Гастролировал на выставках, объехал всю страну. И вот вернулся в Петербург. Потрепанный, но, в общем, целый и невредимый. А мы вот привыкли в нашей бытовой жизни говорить на полутонах, тихо, скрывать свои эмоции. У клоунов открытые эмоции. И, конечно, городской человек, он этого боится. Ну, во-первых, я никогда не делаю страшных кукол, потому что кукла – это преувеличенный образ. Я один раз сделала страшную Бабу-Ягу, у меня весь детский сад плакал. Выставку в музее кукол назвали «Клоун белый». Клоун рыжий, но конопатых в частных коллекциях явно больше. Собиратели кукол рассказывают, что в 50-е годы на советской сцене рыжий веселый клоун победил грустного белокурого Пьеро. Самые уникальные экземпляры в витринах – матрешки Олег Попов и Юрий Никулин, карандаш в фарфоре Михаил Румянцев, довоенные игрушки пары юмористов и Чарли Чаплин. Создатели выставки ставят перед собой задачу пробудить в зрителе не только желание посмеяться, но и ощутить пробуждение творческого начала. Делать кукол научат на месте, например, из борщевика. Все наши поля зарастают вот таким богатым материалом для кукол, я считаю. И если туда воткнуть много-много спичек, чтобы и насыпать крупы пшенной и рисовой, то получается такой клоун-шуршавчик. Ольга Тонконогова, Александр Глебов, Ольга Потапенко, Новости культуры, Санкт-Петербург.